Последствия этих мер уже отразились на цене в магазинах. Я вчера сам столкнулся с этой проблемой, и пришлось мне покупать в магазине Marlboro, причем за 30 рублей. Ну, в магазинах, видимо, тот, кто работал, резко взвинтили цены, пытаясь на этом заработать. Если эти меры не убедят депутатов снизить ставки налога, то коммерсанты обратятся к председателю правительства Сергею Катанандову с просьбой наложить на закон вето и сделать его разрешительным, то есть дать предпринимателям право выбора уплаты налога. В противном случае нас ждет после 1 апреля черный рынок. Несомненно, черный рынок появится, будут стричь по домам, продавать, извините меня, продукты питания будут ходить по квартирам, все будут стараться как-то работать. У нас есть еще один выход. Мы все можем зарегистрироваться, скажем, в Ладейном поле и платить все налоги туда, а работать здесь.